Сегодня врачи наконец-то показали девочку, которая стала миллионной жительницей города Красноярска. Городские чиновники поздравили семью малышки, а также семьи всех тех, у кого дети родились 10 апреля. Все эти дни горожане гадали, что именно подарят родителям девочки, которая стала миллионной жительницей. Сегодня медики около полудня разрешили навестить малышку, папе и гостям, которые приехали с поздравлениями. В их числе исполняющий обязанности главы города Эдхам Акбулатов. Спасибо большое. Конечно, нужно. Миллионная жительница родилась в семье инженеров. Владимир Устинов, например, выступал одним из проектировщиков «Арены Север». Молодой маме 25 лет. Дочка, кстати, по словам папы, пока похожа именно на жену. Родители уже придумали имя малышки. Девочку решили назвать Аней. Известие о том, что их ребенок стал миллионным, вызвало у них шок. Это то же самое, что и в природах практически. Такое же ощущение. Второй шок. Да, второй шок. Потому что, не ожидала никак вообще. Да и не думали об этом. Кто там думает, господи, лишь бы родить здорового. Не старались попасть. Конечно. Букет цветов для мамы, игрушка малышки и памятный диплом о том, что девочка стала миллионной жительницей Красноярска. Кроме того, от города молодой семье подарили сертификат на 200 тысяч рублей. С учетом того, что нужно будет Аечке детские вещи, коляску, я не знаю, может быть, вы уже запаслись чем-то, но поэтому мы подарили вам сертификат от администрации города на приобретение детских вещей и на приобретение бытовой техники. Сейчас девочка чувствует себя хорошо, и уже через пару дней ее с мамой выпишут из больницы. Ну, что сказать, очень рад. Видите, как бы мне это меньше всего волнует. Меня больше волнует семья моя. А то, что миллионы, как вот показывали по телевизору, там, что кто-то специально ждет, я не хотел бы этого, понимаете. Ну, и видно, так судьба. Девочка закричала сразу, девочка родилась хорошо. Педиатры очень довольны ребеночком. Здоровый ребеночек, все в порядке с девочкой. Кстати, даже премьер-министр Владимир Путин отметил, что наш город стал миллионником. Вы знаете, что вот сегодня об этом и в средствах массовой информации уже объявлено. В Сибири городом-миллионником стал Красноярск. Небольшими подарками отметили все 30 семей. Именно столько малышей родилось в день появления на свет миллионной малышки. Всем им вручили чайные сервизы. Добавлю, что за эти 3 дня в Красноярске родилось еще около 100 детей. Если же у вас есть свои новости, звоните лично мне, мой номер телефона 292-91-14. Оставляйте свои комментарии на нашем сайте afontovo.ru. Елена Бурасова, Алексей Егоров, Афонтово. Новости.